стал кто-нибудь перед смертью? И запели. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Стручки и дни, стежок за стежком, живут твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода — это радиоприемник. Я свободен. Всегда одному выбирай, что тебе сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Создан для того, чтобы чай был черней. Понятно, тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Я свободен. Ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки. Арабская вязь, я не могу сказать. Но зато я слышу, я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно нитри. Свобода — это то, что у меня внутри.